Комсомол отмечает вековой юбилей. Череда праздника продолжает свой путь. Сегодня центральной площадкой стал кинотеатр «Товарищ». В малом зале нет свободных мест. Здесь герои прошлого и правопреемники советского наследия. Ленинский коммунистический союз молодежи дал путевку в жизнь многим бобруйчанам. Они восстанавливали страну после войны, строили промышленные и социальные объекты. Комсомол – это моя биография, это моя жизнь, который дал мне все. Все, что у меня есть, я благодарна и признательна комсомолу. Поэтому сегодня будем праздновать, еще раз вспомним своих друзей, коллег. Праздник столетия комсомола – это передача эстафеты от старшего поколения младшему. Белорусский союз молодежи – правопреемник славных страниц истории. Отмечаю этот праздник во всех уголках нашей любимой страны. Хочется пожелать ветеранам комсомольского движения крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма. А мы, в свою очередь, молодое поколение, пытаемся сохранить и приумножить то, что создавалось комсомольцами всех поколений. В качестве подарков – грамоты, сувениры, песни и слова благодарности. Я говорю и ныне, комсомол – это гордость моя. Награждали и лучшие студотряды третьего трудового семестра, которые этим летом отдыху предпочли работу. Напомню, в Карелическом музее был дан старт праздникам. Выставка «Комсомол. Связь времен и поколений» открыта для всех желающих до конца октября. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.